перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я уже, короче, почти дописал вам альбом, но единственная проблема, что я, блядь, я хуй знаю, как его назвать, короче. Я бы уже, наверное, начал вам выкладывать треки с него, но просто я хуй знаю, не могу название придумать, а и поэтому обложку сделать. А без обложки, ну, нельзя как-то. Да, с Гуфом, конечно, на связи, он мне еще сразу после батла звонил, как бы, я его поздравил. Болезнь в голову отпусти, не. Не, здесь вряд ли, брат. Да и там он не лазил. Прошу прощения. Голод шкаф. У меня нет шкафа тут. Даун. От души, брат, от души, брат. Да, я понял, брат. Все нормально. Песня «Око за око» охуенно, да? И вот, говорю, там как раз новый видос мы выложили. Чё-то тебя хуёвит. Да я проснулся только. Дайте мне, я вчера, блин, обкурился и жестко, блин. Ой, да. Ну, это никто не советует вырешить там. Уже, брат, еще ж утро, ты уже пьешь? Какая-то хуйня играет. Ну, парни бухали, а я вот как бы не. Там рестик был в Москве. Ну вот, я вот приехал, он уже такой хороший был. Салам, брат, салам, брат. Кто следующий? А кто остался, брат? Прошу прощения. Ой. Кину фотографии на обложку альбома. Что-то своих фотографий кинешь. Охуеть. Обе же особо не бука. Не, они, я как бы так выпил чуть-чуть, они уже в говно, я просто домой поехал. Местные делают вещи. Да, в зальчик гоняю. Вот сегодня не прошел, потому что, говорю, вчера чуть выпил и как-то хуй знает после, блядь, свискаря. Угу. Как дела у Кантудрана? Да заебись, вон там он новый аккаунт создал, и как бы добавляйтесь к нему. Новый трек на следующей неделе будет пиздец хит. Ну, как бы... Вот я вам выкладывал хороший музончик, но на следующей неделе, думаю, пора выложить что-то, блядь, пиздец мощное. Ну, правильно, я его как бы вызвал. Да он не согласится, он не может согласиться, когда у него член Филиппа во рту, понимаешь? Привет, немножко. Кстати, я вчера смотрел этот новый фильм, это... Игра Молли, да, вот это. Еще нет у нас. То есть это, знаете, кокаин, да, вот с Джонни Деппом, только тёлка. Короче, ну тот же Волкс, ну только кокаин, Волкс, Волкс 3, там они как-то первые такие были, а когда их уже вышло, столько этих фильмов. Ну короче, игра Молли, это полная хуйня. Ну вот, не смотрите. Хороший актер играет Идрис Эльба. А, вообще, ну четкий актер, как мне нравится.
А он еще с прослушкой, мне как бы заебись. Но, блядь, вот в этом фильме он настолько... Он играет, причем хорошо, но он настолько не похож под своего персонажа, как бы, внешне. Там он играет адвоката. Там должен был быть адвокат какой-нибудь такой пожилой, мне кажется, и белый. А там есть бронзовый. Хороший фильм, вот я просто кипятком поставил, это вот «Три билборда на границе Миссури», что такое, блять, это очень сильно лучше, он такой, ну, если вы любите черный юмор, я люблю черный юмор, как бы вот «Три билборда» — это сильно, там еще такой смысл в фильме прям... Бля, еще у меня сраный что-то телефон я уронил, он нахуй теперь Wi-Fi не будет. Ну, бля, ну это, наверное, из-за телефона, я прошу прощения. Ну, спасибо, солнышко, не знаю, вот, какой есть, какой есть. Хаслмейн. Здорово, шкура. Мы типа... И что он будет делать? Как бы никто, я уверен, не покупает ювелирную эту хуйню. И что он будет делать? Ну, вполне вероятно, пойдет на Версу обратно. Как рэпер из 10 баллов? 20. Бля, ну прошу прощения, это, блядь, давай я сейчас попытаюсь вам попозже загрузиться, еще если лагает.